Все, я свободна. Спасибо. Якорек такой. Видите, как удобно его складывать. Места много не занимает, но при этом настоящий якорь. Вот. На привязи лодочка. Ой, ты и мою взял. Ну, твоя всегда у меня в чехле, в этом чемоданчике. Так, это удилище. Удилище, как оно называется твое? Шимано. Шимано, да. Шимано, шимано. Катушка тоже. Шимано. Сахара, да, у меня? Сахара, да. Ты можешь рассказать вообще хоть что-нибудь? Я же не знаю. Ну, я же еще не испытал. Нет, а рассказать, что это, сколько там? Шимано, Сахана, Сахара. Сахара, да, 3000 размер. 3000. Небольшая. А длина удилища? Удилище вот как называется. Покажи, или куда смотреть. Вот. Вот. С тестом 3,21 грамм, в длине 2,40. Все. Потому что будут спрашивать, сразу покажу. Ну, по идее, удилище просто бомбовское должно быть. Первое испытание ее, надеюсь, не последнее. Да, как раз под мои приманочки, у меня все такие от 3 грамм и больше. И не превышает, наверное, 15 грамм приманочки. Сегодня я буду ловить на отводной поводок, пробовать. Наглядно потому покажешь, что это такое? Уже рыба пассивная, да и она и без того у нас на оке пассивная. А это у тебя вместо лески что? Шнур плетеный. Шнур плетеный. Четырехжильный. 16. Значит, дома я сделал поводочки отводные на флюрокарбоне, тоже 0,16. То есть, по идее, крупного ничего мы не поймаем. Что я значит так крупного думаю. Ничего мы не поймаем? Не, ну все-таки она там что-то до 4,5 килограмм выдерживает веса. Вот такая снасть. Так, снасть, это все снасть. Это все снасть. Сейчас мне туда надо поставить. Ой, сколько игрушек новогодних. Карабинчик. Ой-ой-ой, это Кирана. Кира, пламенный тебе привет. Ты у нас забыла свою любимую эту, как она называется, Виталь? Блесна. Блесна, блесна. Она дала посмотреть и забыла у нас ее. Вот. А ты что надеваешь? Вернем при случае этот карабинчик. Карабинчик. С вертлюжочком. И за карабинчик мы зацепим нашу отводной поводок. Все. Вот быстро такой. И легко. В умелых-то руках. Вот такая снасть у нас будет. А тут всякие богатства. Виталь, можно я достану? Их не падать от такой красоты. Твой этот как чехол падает всю дорогу, как только меня видит, сразу начинает падать, сознание теряет. Посмотрите, сколько всяких у него тут штукенций красивых. Получается рыбку я тут она заготовил, но это под именно джиговую. Уже крючки надетые. Так, а нам надо, получается, всех таких по одной сюда добавить. Это куда я ел? О! Батюшки матушки. Батюшки мои. Батюшки матушки, сколько сейчас всего? Вот эту хочу я самую первую пробовать. А как работает?
кидаешь и проводками тянешь, и она играет. А когда она съест ее, что будет? Она ее схватит, вот так нажмет сюда и... А, вот точно. Я помню, что какая-то тут хитрость была. Я на такую ловила в Карелии, да? Да. Я молодец, я все помню. Так, еще я хочу у нас тут на оке. На оке вот такую попробовать. Она у меня надета есть. Так, вот эту попробую. И вот такую надо будет обязательно попробовать цвет. Покажи. Маленькую. Так. Вот эту. Виталь, эту удочку топить не будем? Нет, эту удочку я, если не дай бог, что я топлю вместе. Да ты что? Удочка — это дело наживное, а ты у меня один. Поближе покажу красотку. Как новый Мерседес блестит. А это как новый Мерседес и есть. Как кидается? Да, это отлично. Сейчас посмотрим, как она отрабатывает. О, отрабатывает прям здорово. Что это значит? Чувствует. Ну что я могу сказать? Игрушка новая. Виталь, мне такую купим? Угу. Ага. Природа, посмотрите, какая красивая. Вон, кстати, рыбаки дальше. Видите? Сегодня самый смак. О, а там рыбаков! Мать моя женщина! Ой-ой-ой! Видите, сколько? Ловится? Да.